Всем привет, мои дорогие подписчики, а также гости нашего канала. Всем привет, да? Олива? Привет. Оливочка. Поздравляем всех женщин с 8 марта. Ролечка, ну-ка, как мужчина. Ну, что надо делать? Поздравляю вас всех женщин. Ну, ладно. Чао. Чао. Мы сегодня тоже немножечко отметим 8 марта. У нас вот мы заказали суши, да? Суши у нас будут. Муж купил нам клубнику. Это папа наш. Также у нас есть белое вино. Купим еще цветочки, да? Купим цветы. Я сегодня получше, слава богу, себя чувствую. Мы посмотрим, как будет дальше. Итак, хочу вам показать кое-что из обновок. Купила я, конечно, несколько дней назад. Тапочки мы уже одевали, дети носят, поэтому немножечко вот тут уже пятнышко есть. Ну, не суть. Не успела снять, когда купила. Что меня дочка попросила? Купить вот такую повязку. Я, конечно, тоже захотела, купила, но мы разочарованы в этих повязках. Они за большие и слишком широкие. Одну мы оставим дочке старшей, я ее немножечко ушью, и будет нормально. Вторую мы решили подарим нашей бабушке, у нее день рождения. Я думаю, ей должно понравиться. Вот, также младшим дочкам обновочки, это шапочка с шарфиком такая вот идет, и тоже такая же, только белая. И тоже такая же, только белая, шарфиком для младшей доченьки. Шапочку купила с популярной игрой сыну. Ему нравится, он очень довольный. Тапочки. Тапочки тепленькие для самой маленькой. Это для средней дочки. Самой младшей я купила вот такие вот кроссовочки. Они, ну, светятся вот тут разными огоньками. Ей нравится. В общем, неплохие. Такие, по-моему, 16,50 стоили. Такие вот небольшие обновки. Следующая партия. Ждем, когда привезут. Две машины должны приехать из разных магазинов. Тогда тоже вам покажу обновки. Так, у меня тут уже дети бегают. Так что продолжение ждем. Всем привет. Скажи привет. Итак, хочу показать вам наши обновки. Ну, не наши, а то, что я покупала детям. Пришла к нам первая посылка. Эвиня, пусти, пожалуйста. Первая посылочка. Мы ее уже открывали, поэтому она такая неаккуратная. Так, сейчас. Вещей тут пока немного. У меня будет еще две посылки. В одной посылке будет для старшей дочери кофточка, худи. И в другой посылке будет уже для троих детей побольше одежды. Здесь прям самое-самое такое важное было. Потому что у нас с одеждой прям совсем плохо. Так, итак, первое. Кофточка для сына. Тут кармашки. Она теплая. К сожалению, в жизни она выглядит не так, как на камере. И на фотографии она выглядит точно так же, как на камере. Но это не так страшно для нас. Главное, качество, тепленькое было, и все по размеру. Так, фирма вот это вот Reservet, тоже из Польши. Ну, все, наверное, у нас из Польши. Цена 14,99. Так, это для сына кофточка. Также для сына я заказала маечку, потому что у него все маленькие маечки, как топики. Ну, такой вот, ну, хлопок, простую маечку. Да, положи там. Дальше для самой маленькой доченьки вот такую вот кофточку. Она, я ее как увидела, прям влюбилась. Она очень мягкая, нежная. Очень-очень классная, на ощупь очень приятная. Я, да? Чинарма, кто я?
Так, говори, я меня по-русски. Так, такая кофточка 12,99, 98 размер. Вот самое то должно быть. Я попробую заставить их помериться. И вот такие вот леггинсы под кофточку. Вот такие вот. Тоже хорошие. Цена 4,99. 98 тоже, по-моему, размер. Эвини, не отрывай пока что. И для нашей Эвочки худи, кофточка. Вот, задом наперед. Такая вот. Худи тоже теплая. Вот сейчас она у нас померяет, да? Померяешь, Эвини? Такую кофточку. И леггинсы. Такие леггинсы. Ей нравятся вот эти вот пони. Конфеты она нас очень любит тоже. Так что ей самое то. Ну, сходи померяй. И потом покажу, как выглядит все. Дочечка одела комплект, да? Покажись, покрутись. Вот, очень удачный размер. Очень красиво смотрится. Правда, зайка? Да. Нравится? Да. Ну вот. Да. А, Оливочка, покажись ты теперь, солнышко. Ну иди. Нет, я тебя не вижу. Иди туда, где сестра была. Ну, покрутись. Нравится? Кофточка похожа как платьишко, нет? Нет. Нет? Платьишко. Красавица? Платьишко. Ну, зайка, нравится? Ну вот, отлично. Оливочке нравится? Солнышко. Не нравится? Не нравится кофточка со штанишками? Нравится. В новых тапочках, да? Да. Вот. Это сипси и медальчик. Да? И сырки. Что там у тебя? Чипсы кончились, осталось и сырки. А моя тоже. Ну, покажитесь папе, какие вы красивые, да? Хочу вам показать нашего нового друга в нашей семье. Это новый чайник Xiaomi Mi. Вот такой вот беленький чайник. Сейчас показывает 49 градусов. Вот так вот его легко открыть. Горлышко широкое, его очень хорошо легко помыть. Наливаю воду я сюда очищенную. Вот, что я могу сказать. Я очень довольна чайником. У меня нет никаких претензий. Вот, я пока довольна. Все работает, все супер. Вот, тут есть книжечка с инструкциями, даже есть на русском языке. Обошелся такой чайник вместе с доставкой около 43 евро. Ну, чуть меньше, по-моему. Точно не скажу. Заказывала у подружки. Она работает в интернет-магазине. И очень все быстро доставили. Так что огромное отдельное ей спасибо за это. Вот. Это вот и такие вот у нас обновки. Видео, к сожалению, получилось так, что обрезками его склеивала, монтировала. Но я думаю, что все равно будет интересно посмотреть на наши обновки. И это только начало. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Ну и всем пока!